Да, нужно обязательно, потому что раз ввели, к сожалению, ввели этот закон о сокрытии, не сокрытии двойного гражданства, как раз я только что стала гражданкой Америки, то есть как раз этот закон касается таких людей, как я. И первое, что я сделаю на следующей неделе, это я пойду в ФМС со своим американским паспортом и, соответственно, буду как законопослушный гражданин, расскажу Российской Федерации, что я только что получила американское гражданство. Это неприятный шаг, я считаю, потому что такой шаг, он может впоследствии вести вообще к отмене двойного гражданства между нашими странами, что было бы очень-очень неприятно для миллионов людей, таких как я.